Один можно снять, он просто так. Ну и ясно, леску просто снять можно там день? А вот леску нет. О, раз. Раз, первый пошел. То есть плывешь еще и фотографируешь. Подробно. Там русло, берега, да. Ну здесь. Вероятно, нужно полностью распрямиться, а потом нажимать на него. Ты тут споришь стоит. Вот так вот надо. Готов. Вот молодец. С этой стороны запрыгнула. Так, отпуститься влево можешь? А чё здравствуйте речке не сказал? Здравствуйте, речка. Доброе утро. А чё течение мерить? Уже посмотрел, что течение. Возьми, блядь. Возьми, блядь. Ну, есть течение. Палку не сломай. Этим концом лучше не надо, он тонкий. Ты не греби. Ты вот так вот отталкивайся, отталкивай. Да пока ничего не надо, не надо, видишь. Мы гребем на середине, вот мы гребем. Левый чуть стрельнее расстояние. Не знаю, что хуй сутился. Раз. Метр. Метр. Два. Метр. Метр пятьдесят. Сейчас упомянул, держи. Витя! Вить, ты не вставай! А? Не вставай, пускай не встает. Вроде держит якорь, смотри. Конечно, держит. Да не, он просто натягивает. Вот все, сейчас встали. Пусть Петя. Кто на лодке? Ткните вешку в дно. Я померю расстояние. Вешки нет у них, тыкай в палку стреляй. А у тебя не достанет оттуда. Отсюда и все. На повороте. Тут тебе далеко не ходить. Оттуда ты увидишь все четко. Что там сам день можно сделать? Встать. Когда ты выходил. Там чисто, нормально. Этот берег-то он отсюда снимет без проблем. Удочку, Саша, отдай. Или в лодку лучше брось. То вы там это, лишним делом занимаетесь. Тут рыба, блядь, у меня вокруг ног бегает, а вы там хуйней занимаетесь. Что-то, блядь, крутится на одном месте. Да, якорь все-таки придется каждый раз надо кидать. Подожди, подожди, не трогай, Витя. Из команды ничего не делай. Сел. Рома есть? Бросай якорь, бросай, бросай. Надо, так. Надо, якорь бросай. Хлеб, у меня УВВ. Куда, да? Да. Да от меня текет. Не отражателем. От вешки. Ага, наклоняйся вправо, влево. Вправо, 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 вправо. Стоп. Нормально. Воды тут будет. Блин, еще покачай. Я его вот видел.
Может это? Тут берег менее электричный. Сейчас сядем, туда прикинем. Женя-то с Глебом поедут, точно. Саша, можно не поехать. Вот, ну, как... А что, свежий воздух. Рыша с головой есть. Главное, чтобы никто не приехал. Купить руки. То есть это наша. Нос разверни. Ничего, ничего, нормально. Вы сейчас к тому берегу ближе берите. Так, повернули все сюда. На ходу, блядь, снимай дно. Ты палку выкинь свою. Руби конец, нах. Да ну нахуй, вы что делаете, бля? Витя, бля, сядь нормально в лодку, нахуй, хули ты там? Пизда. Пиздец. Ну вот, теперь я захотел на этих покататься, на байдарках по склонам. Тут просто камни, поэтому какие-то течения. Здесь уклон. Да.